Я сейчас иду домой через парк Дружбы на Личном вокзале. И здесь так красиво по Пасхе украшен парк. Такая арка. Даже несколько вот здесь. Три арочки такие. Цветы. Жнички красивые. Небо голубое. Вот. Что всех нас тоже поздравляю со светлым праздником. Вот, посмотрите, какая красота. Зашла в кофе, купила кофе и решила сегодня пройти и посмотреть на воду. Здесь пруды же в парке. Посмотрю пруду. Тут сохранила чуть-чуть булочки, потому что если будут утки или чайки, я их покормлю. Солнце такое яркое. Что вот так вот. Так и рождается новый влог. Вижу что-то интересное. Думаю, ну, мне хочется с вами поделиться, рассказать, показать. Смотрите, какая листа. Просто нужно поднять голову. Смотреть на небо, а там вот такая листва на солнце. Тут солнышко светит. Тут арка из деревьев. Клены, березы, каштаны. Вон водичка. Сейчас подойдем к ней. Девчоночки, у нас с вами новый влог. Только-только вот сейчас два дня отработали, выходные. И много весенней радости, красоты, солнца, зелени. Мне хочется с вами делиться вот простыми радостями жизни, чтобы, может быть, если кто-то не замечает, не обращает, выйдите, просто погуляйте, посмотрите внимательно вокруг, какой мир чудесный, особенно весной, особенно в мае. Смотрите, какая вода красивая, какие березы, тропиночка. Пойдем водичку посмотрим. Еще очень люблю смотреть на солнце сквозь листву, через листву. Смотрите, можно разглядывать листик, можно разглядывать цветочек. Иди сюда, каштановый. Вот так тут каштаны. Скоро вот эти все свечки будут белые-белые. Сейчас вам покажу. Здесь поближе прям можно подойти, не нужно особо тянуться. Вот они, эти свечечки. Вот здесь вот еще не расцвел, а вот здесь уже вовсю цветы. Тоже как маленькие орхидейки. Чудо. Поют птицы, вода. Я еще сейчас думала, у меня ровно час небольшим. Я думала, может, мне сбегать в аптекарский огород, потому что сейчас первоцветы, нарциссы, мухарики, пролеск вот это цветут. Ну, по времени все-таки там хочется побыть, спокойно погулять. Я вспомнила, что у нас вот тут рядом есть парк. Так, это кто? Это тоже похож на... А что за дерево это? Смотрите, какие красивые ветки. По ветвям вообще похож на каштан. Но почему он пока что без листьев? Так, сейчас вас иду кормить. Иду. Хорошо, что я оставила немножко булочки. Пойду, вон они прилетели. Сейчас будем кормить уточек. Так, это у нас красавица рябинушка. Иду. Как вам пройти? Сейчас тропинку найду. Я специально оставила. Иди сюда. Ты же знаешь, что тут тебе еда. Иди ко мне, сейчас я тебя буду кормить. Смотрите, ручная просто. Иди сюда, не убегай. Я тебе принесла. Держи. Ешь. Ням-ням. Красивая. Красивая уточка. Я себе взяла кофе, а для ребят... Ты тут одна? Братву зови. Давай. Где твои сородичи? Слепое солнце красивое. На еще. Эй. Ням-ням. Красотища какая. Ну, зови друзей. Где они? Поделимся. Ветерок. Я на твоем языке не особо понимаю. Разговаривает. Я по голосу-то и услышала. И пришла вот к ней сюда. Да, мой хороший? Какое солнце светит яркое. Вот эти булочки в кофиксе люблю так сильно. Они с брынзой и сыром. Да я сама хоть откушу. И тебе там.
Я не знаю, что вам нужно тебе булочка. Ну все, так, время. Мне надо домой бежать. Я хотела еще зайти продукты купить. Посмотрели, полюбовались и все. Обратно пойду домой. В дела, заботы. По дороге в деревню. Заехали в город Клин, Сестрорецкий парк. Сейчас раннее утро. 8 часов, только начало 8. Здесь подстригли старые ветки. Это река Сестра. Ну, все видно, так деревца. Деревца подстригли. Далее, в общем, сухие деревья тут. Вон сколько уточек. Спали они в траве. Красиво, как деревья отражаются в воде. Уточки плавают. Солнце светит. Из этих. Здесь тоже вот ветки подстригли, еще не убрали. Они вот тут ночевали. Сейчас я подошла, не видела их. Они уж полетели все на воду. Да. Здесь чуть дальше по парку пройти. Здесь вот такой вот водопад есть, мостик. И вот здесь Клинский водопад. Там речка. Где мы были, где тихо. Здесь шумно. Здесь водопад. Весна. И солнышко. Для рыбаков удобно. Так, мы сходили в храм, осветили куличики, яйца, завтра Пасха. Тут вот поля, моря маргариток. Так много в храме людей, что мы машину поставили очень-очень далеко от храма. Показать цветочки, которые встретились. И бабочка летает. О, чудо какое. Все, мы поехали домой. Любимый праздник завтра. В таком виде. В косыночке своей любимой, хлопковой косыночке. Она, кстати, Павлопосадская. Но, к сожалению, сейчас там таких нет. Она называлась то ли Лужок, то ли Полюшка. Я одну потеряла в Пскове. Ходили мы. Мы жили в Песковичах. В Псковской области. В общем, были в храме. И я на лавочке оставила. Она мне была с такими другой расцветки, тоже цветочками. От воды такой ветер, наверное, будет плохо меня слышно. В гости нашего городка. Мы сейчас приезжали в магазин. Смотрим, здесь Завидово. На берегу Волги строят новый речной вокзал. И мы приехали посмотреть. Вот еще ремонтные работы во все идут. Смотрите, как все аккуратненько. И мы решили погулять, посмотреть, что здесь такое. Конечно, очень преображается вот этот наш район. Но здесь, потому что вот рядом вода, видимо, строят много домов отдыха, как сейчас кемпинги, глэмпинги, вот это все большие, малые, разные, разного формата. Ну, достаточно близко от Москвы, получается, 100 километров. И тут такая вот прям инфраструктура. Вот. Ну, шли сейчас с мужем, обсуждали, что очень жаль, что в Твери не восстанавливают речной вокзал. Там старый вот этот историческое здание речного вокзала. Там даже просто бы восстановили и прям там, не знаю, какие-то рестораны, кафе. Хотя бы даже так, потому что здание очень красивое. Вот, ну а здесь идет вот такая большая-большая стройка. Вон вода. Мы дошли до пристани. Да, здесь, конечно, все очень так классненько. Остановки, причалы. Шоша. Я сказала, Волга, Шоша. Это приток Волги. И, видимо, оттуда будут в Сашу кого-нибудь заходить корабли. Перламутровая букашка. Так с воды выглядит. Личный вокзал. Да, остановочка. Подъезд, он там дорогу еще одну делает.
не новые, Доти. Ну, у нас кототерапия прошла успешно. Мы не могли вон ту пугливую накормить. Бегала от нас. Там крошечки уже остались. Да нет, а что давал хозяин? Все вон облизываются. Вкусно. Мурчика мы купили какого-то. Мурчика. Полгода. Вон у всех дела теперь. А, мяу. Сейчас так мяукала, прям как из мультика. Мяу-мяу. Что-то ни ерошки нет, ни корнауха нет. Она дома спят. Там Аня вам еще две пачки мурчика купила. Три. Еще три. Ладно, потом еще купим. Ну все, поехали домой. Кототерапия. Опять она к нашему этому пошла, к велосипеду. Почему-то ей так нравится велосипед. Наша обнюхивает и ходит. Тебе нравится велосипед, да? Нравится. Но мы сейчас будем их забирать, потому что поедем домой. Вот. Я взяла твой дед. Девочки, буду сегодня расставаться с этими своими экибанами, с этими цветами, которые оставляю вот с сентября, ну, считайте, по май. Сейчас уже пойдут придорожные такие букетики, буду составлять из полевых цветов. А вот эти бельгийская астра и просто наши астры. Мне напоминали о лете. Вот, всю зиму они мне вот так простояли тут. В таких тоже любимых вазочках. Герань еще будет цвести. Этих для цветов. Это я сейчас буду протирать подоконник, потому что у меня весь вот в пылинках, соринках. Скажу вам быстро, какую косметику сюда привезла. Это масочка тканевая. Чуть попозже сделаю, сейчас приберусь. Может, буду. Хочу посмотреть фильм Андрея Тарковского «Сталкер». Никогда не видела. Смотрела Веронику Степанову, Тарковскому, и мне стало интересно. В общем, на этом фильме нужно сосредоточиться, поэтому нужно найти время такое, да. В общем-то, прилягу, найду время, если получится, сделаю маску. Сделаю вот такие патчи у меня от Вера Клара. Мне очень нравится эта марка, мне нравятся очень их тканевые маски. Была в «Золотом яблоке» скидка на вот эти коллагеновые патчи. Очень хорошие. Мне нравятся. Такие они прозраченькие. Симпатичная упаковка. Девочка. Ложечка. Вот такие патчи. А я даже, может быть, сейчас их нанесу, пока буду. Хочу постель перестелить. И вот подоконник протереть. Пыль. От Open Face я привезла сюда такой мист. Витамин Брю с витаминами, с пребиотиками, с витамином F, и тут еще ниацинамид, восстанавливающий мист. Как я тут редко на даче наношу макияж, в общем-то умылась, нанесла вот такой восстанавливающий мист, и хорошо, очень комфортно, мне нравится. Кстати, попала в «Золотом яблоке». Я у блогера увидела, мне нравится, по-моему, то ли я любовь, то ли любовь это я. Девочка, белорусский блогер, очень мне она так, нравится, и у нее увидела такую штуку, купила и... тоже понравилось. Самый мой любимый крем. Много раз его показывала. Это фитокосметик. Народные рецепты на термальной воде Камчатки. Аквакрем для лица. Ультраувлажнение для сухой чувствительной кожи. С экстрактом бурых водорослей. Соком алоэ вера и протеинами шелка. Нет, самый лучший увлажняющий крем. Я его использую в будние дни каждый день под макияж. Только он много лет всегда должен быть в запасе. Идеально подошел моей коже. Я его прям щедро наношу. И ощущение такое комфортное, в течение всего дня хорошая, такая увлажненная кожа. Его отлично ложатся все тональные средства. И сюда я привезла, знаете, люблю позагорать, но чувствую, что кожу стягивает после загара. И вот он очень спасает меня, в том числе вот и в деревне. Здесь у нас плюс еще вода идет из колодца. А тут рыженькая, железистая, видимо, тоже немножко-то кожу подсушивает. И вот это мое спасение. Девчонки, попробуйте, он стоит... Ну, сейчас не знаю, сейчас цены меняются. Раньше я его брала, там было время и за 60, потом за 70, может, в районе 100 рублей, может, чуть меньше, но это прям очень хороший крем. Если попробуйте, напишите свои впечатления. Я заказываю на официальном сайте Фитокосметик. Всегда, когда делаю, я люблю их новинки. Если новинки, там практически все всегда заказываю, но всегда в корзину кладу две штучки вот такого своего любимого аквакрема.
естественно, буду прибираться, буду, вот хочу, говорю, посмотреть фильм, немножко так, отзывы разные, да. Я у коллег поспрашивала, кто читал «Сталкер», кто смотрел фильм «Сталкер», их мнение, ну, в общем, сказали, посмотри сама, без всяких там, ну, подготовок, просто как ты воспримешь этот фильм, и, в общем, договорились поделиться своими впечатлениями. Потому что отзывы я читаю ровно противоположные, что это гениально, либо это очень там сложно, непонятно, не смог смотреть. Но мне хочется создать свое впечатление об этом фильме. Доброе утро понедельника. Помните, я вам рассказывала про эту клумбу, вон уже тюльпаны. Крапива, что ли? Крапива. Здесь было больше тюльпанов. Любимый двор по дороге на работу. Не знаю почему. Позже чуть-чуть, вот яблонька, смотрю, еще не цвела. Груша, груша цветет. Вот она, красавица. Привет. Цветочки высоко, плохо видно. Ой, вчера ничего не снимала. Проспали. Весь день дождь такой был в деревне. И я сейчас покажу уже. Ой, какое доброе утро. Проснулись. Побились яйцами крашеными. У нас всегда такая, ну, думаю, у большинства такая традиция. Поели куличи с маслом чая, вылегли спать. Небо было такое темное, давило очень, прям такой ливень был. В общем, мы спали. Вчера вот приехала, успела покрасить волосы наконец-то. Маникюр сделать. Смотрела, делала вчера маникюр. Смотрела интервью на канале Сама Меньшова у Юлии Меньшовой с Марией Ароновой. Посмотрите, девочки, не знаю. Так мне понравилась Мария. Она мне очень нравится как актриса. Я смотрела интервью, мне тоже всегда очень не впечатляли такую теплую такую, как сказать это слово. Если плохой это осадок, то когда хорошее, ну такое впечатление, да, на душе оставалось. Вот вчера тоже я ждала утро, я ничего не досмотрела. Утро досмотрела. В общем-то, очень интересно. Вам тоже рекомендую. Все, я побежала на работу. Мне еще надо веснички подкрасить, успеть. И работать. Классно, когда выспишься, когда вот все какие-то вещи такие сделаешь, самые обычные, да, волосы хорошо, удачно покрасила. Такой работает этот шиповник, цвести тоже очень красиво. Не все там, конечно, удачно, а тут прям все, корни прокрасились, желтизны нет. 10-21 Горинье я покупаю, Color Sensation. Ой, вот, и выспаться. Все, я побегу на работу. Дорожка, дворик тоже, все-таки клены. Девчули, иду на работу, вторник, и я иду, и снег идет. Вот такие у нас дворы заснеженные сегодня. Если вчера была на девке, то сегодня я надела зимнюю свою курточку, потому что, ну, зонт не хотела мне таскать, честно говоря. Надену капюшон и пойду. Ну, капюшон, в общем, все было утро тратить, потому что в коробке перебрать, мы уже все брали. Зимнее, весеннее, такое теплое. Лук, лучок, как сейчас говорят. Серенька. Вон все в снегу. Розовая яблоня. Все, вчера хотела к ней подойти, но сыро. Сейчас на работу иду. Отмыла свои кроссы. Поэтому пока по мокрой земле не буду тут ходить. Я сама себе, девочки, напоминаю. На паровозик из Ромашково. Не могу. Вот утром шла. Такое солнце светит. Сирень цветет. Там у нас и белая, и такая насыщенная фиолетовая и нежная фиолетовая. Голуби сидят. А это самое на проводах. Конечно, я остановилась, все это запечатлила. Но вроде успеваю. Сейчас ускорюсь, что вот так у нас меняется погода. Сегодня свежо, 10, но светит солнышко. Уже приятнее. Вчера был такой снег, такой ливень. Сегодня вот сегодня еще короткий день у нас сокращенный. Завтра День Победы. Праздник великий. Так что вот такая короткая неделя. Хоть силы немножко восстановить. Но зато, знаете, когда вот и рабочий день, такая нагрузка колоссальная, потому что все-все. Нужно все успеть. Вот. Все, побежала дальше. Тут у нас была зеленая-зеленая трава. Еще утром. А сейчас уже белый-белый снег. Ой, девочки, я сегодня что-то не по погоде оделась. Утром же говорила, вот у нас солнце.
Вот у меня на работе лежит такой шарфик на случай, если прохладно, может, кабинете будет. Вот я его намотала, чтобы хоть как-то это... Смотрите, снежище какой. Жалко, так мне листочки. Интересно, думаю, холодно, но хороший. Прям прижалось он дерево во дворе, смотрела. Каштан такой молодой, красивый. И вот снегу. Погода меняется кардинально. Вот эти два дня от снега, ливня, солнца. Ну, холодно. Ладно, добегу сейчас до метро быстрым шагом. Вот, сейчас будут выходные длинные. Хотелось, конечно, позагорать, как обычно на майские. Пока там что делаешь на участке, за время загораешь, но сейчас вот такая холодрыга. Зимняя сказка. Зимняя. Так жалко мне листочки. Тут уже такие были желтые. Как называются цветы? По пути в деревню мы заехали на озеро Сенеж прогуляться. Вот такой у нас 9 мая. Снежный снег. Прям тут прилично выпал. Это пирс, где обычно, когда потеплее, рыбачат рыбаки. Для них тут удобные стульчики. Здесь вот есть такие, как табуреточки. Много таких мест, такие виды тут. Ты зарылся в снег, Илюша? Холодно. Нравится ему тут. Радуется. Вот так вот прорастает хоста. У меня такие фиолетовые побеги. Ой. Будут большие листья. Все лето будет зелено и красиво. Да, как устроен этот мир, интересно. Вот так устроена хоста. Ну, девчоночки мои хорошие, посмотрите, какое у нас сегодня волшебное небо. Так. Надеюсь, что погода уже наладится. Потому что так жалко природу, побеги все. Уже у нас там и смородинка завязывалась, и вишенка цветет, и яблони. Вон листочки распускаются. Хочется, чтобы уже пришло тепло. Вот я, пожалуй, этот влог буду заканчивать. Что-то там наснимала. Сейчас поваляюсь, помонтирую. Небо. Вот я сейчас лежу на кровати, думаю, не встану, запечатлю это небо. И вот погода налаживается, небо прям такое все ясное. Потому что, конечно, такие были снегопады эти дни. Наверное, вот 7-го, 8-го, 9-го. Немножко еще пробивался снег. Сегодня 9 мая. Я всех поздравляю с Днем Победы, с великим праздником. Плакала сегодня. Ехали пока в машине. Я вот песни военных лет. И, ну, я не могу без слез слушать. И сразу людей представляю, судьбы представляю. Вот. А потом еще песню Лещенко «День Победы» тоже рыдала. Вот. Это праздник со слезами на глазах. Конечно, и одно огромное счастье от победы и слезы от того, что так много людей не вернулось своим родным, в свои дома. Вот поэтому я всем от всей души желаю мирного неба, мира и счастья. Миру мир, мира вашим домам, чтобы в душе был мир. Девчонки, я вас обнимаю. Спасибо, что вы со мной. Еще впереди 3 выходных, что-нибудь поснимаю. Вот это просто программа, в которой я монтирую. Мне сейчас не позволяет, иностранная, видимо, не позволяет мне вот оплатить эту подписку, которой больше кадров можно. Я вот там по чуть-чуть что-нибудь снимаю, потом монтирую. И она мне не дает больше 20 сюжетов. Вот. Так надо поменять. Вот, чего ты вянешь? Чего ты вдруг решил? Замерз, что ли, тут? Вот. Так что я думаю, что там я 20 кадриков тоже наснимала, поэтому буду закругляться. И если что-то будет интересного на этих выходных у нас, то поснимаю. Вот, а так, пока-пока.